Стекла, камни, нитки. Вместе эти предметы могут превратиться в женское украшение. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» горожанам дали возможность почувствовать себя дизайнерами и научили делать браслеты из аметистовых бусин и бисера. Валентина Григорьева рассказала, что начала увлекаться рукоделием еще в детстве, а изготовлением изделий на продажу и преподаванием декоративно-прикладного искусства начала заниматься 4 года назад. Приступим к практической части и будем делать вот такой браслет. То здесь используются аметистовые бусины, вот, стеклянные бусины из белого камня. Вот, и вот такой вот симпатичный вариант у нас получится с подвесочкой и бусинками. Все материалы для мастер-класса организаторы подготовили заранее. Браслеты, сделанные своими руками, каждый из участников смог забрать с собой на память. На встречи по интересам в Химках приходят все новые люди. С начала существования проекта уже было проведено около 3000 занятий. Многие жители округа возвращаются снова и снова. Мастер-класс мне очень понравился. Посещаю очень часто, регулярно. Хочу посещать дальше. Этот мастер-класс пригодится мне для того, чтобы я делала подарочки своим девочкам, потому что у меня их очень много. Впереди 8 марта возьму себе на заметочку. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших мастер-классах можно узнать из разных источников. Например, из газеты «Химкинские новости». Некоторые горожане с удовольствием становятся волонтерами и раздают газету своему окружению. Кто бы мог вот такую вкладочку нашей газеты с вами, замечательная «Химкинские новости», афиша, распространить среди своих знакомых, друзей, соседей, чтобы как бы о наших мастер-классах узнали еще более и более людей. Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.